немножко поворачиваешь. Вот. Чуть не выворачивай, не нет. Стоп. Все, немножко. Как ответственный по лагерю, я говорю, я сделал все, что мог. То есть я сделал тетрис с автомобилями. Я завез дрова сколько мог. Друзья, всегда помните то, что дрова это не ваши дрова, это общие дрова, и надо ими делиться. Как-то так. Это больная тема сегодня, да? Это больная тема, она со вчерашнего еще дня. То есть. На открытии такой же проблемы не было? Была. Так же все. Любая игра всегда сопряжена с тем, что дайте нам дров. Рядом лес. Нельзя. Нельзя. То есть мы все-таки как бы. Ответственно подходите. Однозначно. То есть, во-первых, как бы военные нам скажут, а-та-та, ничего не это. А мы все-таки это, привезем вам столько дров, сколько нужно, и они все равно останутся на только полигоне. Только будут растащены по полигону, по полю. Нет, они не будут растащены по полигону. То есть я, вот даже, если интересно, я могу просто пойти, я пройду по полигону и просто... пофотографирую и такого прям куча, да? И это не первый раз. Согласен. То есть дрова есть, то есть кто-то набрал много, говорим делиться. Нет, люди делятся, это вот безусловно. То есть я к людям подхожу, говорю, делитесь, да, будем и делятся. Но все равно ходят люди, дайте дров, дайте дров, дайте дров. Вот, вот сейчас я сделал максимум, что мог. Я, ну, не я, а наша организация заказала дрова. Мы разложили их во всех точках лагеря. И все равно мне сейчас звонят, дайте дров. Это вообще просто... нет сил. Но хотя, все хорошо. Да, все здорово. Нам очень понравилось. Да, мы сегодня даже... ну, так сложились обстоятельства, что в момент, когда привозили дрова, мы с подругой просто шли. Да, проходили рядом. Синенькие кабинки, так сказать. И просто попросила... Сначала подошла к... кто разгружал, потом подошла к водителю, оказывается, там еще был, я не знаю, как зовут, но вот здесь красный Павел, да, в очках. Вот, да, Павлу большое спасибо огромное за доставку нам дров. Не только, я думаю, что не только мы будем его благодарить, а все вот близлежащие наши друзья, так сказать, по страйкболу. Вообще очень все здорово и прекрасно. Спасибо организаторам. Игра просто огонь. Мы в команде белых. Но я все-таки надеюсь, что мы победим. В прошлый раз на открытии мы победили. Поэтому я надеюсь, что наши мальчики большие молодцы. Очень надеюсь на победу.
Эмоции от игры очень хорошие в том плане, что очень порадовало, что перенесли респу. То есть обычно мы всегда стартовали с ближнего респа, в этот раз игра для нас была абсолютно другой, потому что мы рассмотрели дальнюю часть полигона. Игроки хорошие, как бы не без негативных моментов, но хорошие моменты перекрывают весь негатив. Поэтому игра суперская, устали, умотались. Меня зовут Святослав, позывной Google, я из команды ХЗ или X3, вот, из города Екатеринбурга родного. Вот. Что еще сказать? Наша команда одна из самых старых в Уральском регионе. В каком она у нас? 2007. Да, 2007 год образована. Вот. Было несколько составов, сейчас вот новый, молодой состав. Вот. Ну и старички есть, которые не на все игры ездят. По моим ощущениям и ощущениям моей команды, такое чувство, что мы, конечно, бились как волны о скалы, но стягивали на себя очень такие ресурсы противника, потому что мы были на точке Т9, и нас забрасывали из всего, что можно. Там и таги, и минометы, но старались свои задачи выполнять. Умотались в хлам, вот. Но, в принципе, на что рассчитывали, то и получили. На самом деле, меня радует вот что одно. Как раз тоже, опять же, спасибо Илье, в плане того, что наш Уральский регион – это один из самых страйкбольно развитых регионов, потому что так, как у нас на Урале проводят страйкбол, и сколько у нас страйкбольных команд есть, и сколько игр проводится, мне кажется, ну вот только Москва, Сочи и на Урале. И как бы достаточно это распространенное хобби. И радует, что большое количество народу им занимается. Оно не загнивает, там не затухает, никуда-то не уходит. Страйкбол на уровне. Да, на уровне. Скажи, что не Василий Николаевич. Ну вот, товарищи просят, чтобы больше Милсим проектов было. Потому что у нас по большей части Пидулова, там точки, заточки и тому подобное. А вот Милсима маловато. Ну и ролевых проектов тоже хотелось бы, конечно, интересных. Зато мало. Вот, кстати, одни из организаторов, которые тоже здесь участвуют, No Name Team, вот, они как раз проводят такие проекты, как Stalker, потом Эпидемия, и Милсим проекты направлены там на какие-то исторические конфликты. Ну, не будем все уже учить, чтобы вот, реконструкция их. Очень интересно. Хотелось бы побольше таких проектов. Так что это, Мефис Б, это тебе вопрос. Где наши Милсим проекты? Ну, если что, то попробуем. Второй день начался жарко. Вышло очень много народу с зеленой стороны. Я всем очень признателен. Сейчас продолжаем бои, варим ресурсы, носим БК. В общем, ситуация под контролем. Ведем бой, но победа близко. Сейчас на стороне зеленых, я думаю, от 150 до 180 человек. Я думаю, со стороны белых около сотни, не больше. Поэтому динера не вывозят, да? Да, все верно. У меня очень многие бойцы ушли на ротацию и вышли рано утром, и не нарушая правила, заняли полигон, чтобы обеспечить плацдарм, чтобы занять необходимые нам ресурсы. Хорошо. Так еще что-нибудь добавить? Слушайте, я прям горжусь своей стороной, насколько люди бьются и день, и ночь, и снова день. То есть такой самоотдачи я, мне кажется, никогда не видел. Это просто потрясающе. Сентября, закрытие сезона 23-го года. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо всем, кто приехал и принял участие вместе с нами в этой игре. Прекрасная погода, прекрасный полигон, прекрасный сценарий. Отлично проходила сама игра с интригой до самых последних минут. Ну и, естественно, спасибо всем организаторам, спасибо всем, кто принимал участие как в подготовке, так и в проведении этой игры. Меня зовут Тони Дзив, во всех социалках, ну, по-простому Антон. Приехали на игру на Гром. В принципе, мы всегда приезжаем на открытие, на закрытие от Ильи. Ну, мы называем это от Ильи. Вот. То есть на данный момент приехал поснимать. Девчонки мои куда-то убежали. Мужчин много, я не знаю, может, их украли.
Я вот смотрю, найти не могу, вообще без понятия, где они ходят. Но в целом сейчас найдем, будем снимать, поэтому подходите, снимайте нас, как мы снимаем. Янка. Сейчас я посмотрю сначала по свету. Пока не заморачивайся сильно. Сейчас свет проверю и это и начнем. С оператором. Все, разные лица делаем. Сейчас я. Ниже подбородок. Носик надо немножко. А рука. Да. Мишаня приедет. А что по ногам? Перерезанная? Слушай, нет, силиком, да ты нормально стоишь. Ага. Все, вот так, все, хорошо. Разные лица и погнали. Молодец, улыбашки, хорошо. Янчик, не-не-не. Тогда ножку выше. Не, опять будет резано некрасиво. Хорошо. Все, молодец. Можно я просто пофоткаю, потому что тут прямо... Только не дергайся. Да. Я знаю. Янка, ножка тогда чуть-чуть, вот, чуть, не выворачивай, не-не, стоп, вот, все, немножко, все, молодец. Его как угодно. Mm-hmm. Вот. Лена тебя подсветит. Его взять? Ну ты типа вылазишь из окопа, да.